Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Раскрывая бутоны цветов, пробуждая природу от сна, в нашей жизни тихо вошла молодая колдунья весна. И о погоде в Архангельской области на 23 число. Котлас, температура воздуха плюс 24, облачно, сильный ветер, возможен дождь. В Плесецке плюс 25, малооблачно, ветер сильный, без осадков на протяжении дня. В Вельске малооблачно, умеренный ветер и плюс 25 на термометре. И, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром температура воздуха составляет 17 градусов. Малооблачно, небольшой дождь, ветер умеренный. Днем облачно, ветер усилится, воздух не прогреется ни на градус, а потому плюс 17 на термометрах. Вечером температура воздуха опустится 13 градусов. На небе облачно и возможен небольшой дождь. И песня. Облако волос взлетает, тает, тает. Облако волос нежно-нежно манит и зовет. Тает сердце, тает, тает сердце, тает, 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 тает. Слышишь, начинается полет. До встречи на телеканале ПС.